Прославить родной город, приняв участие в масштабном флешмобе, предстоит орловчанам уже этой весной. 7 мая на стадионе Ленина будет установлен мировой рекорд Гиннесса. По словам организаторов, 8 тысячам горожан предстоит выстроиться в самое большое число. В свете грядущего юбилея «Орла» это цифры 4, 5 и 0. Мы хотим, чтобы юбилей города он отмечался не только 5 августа, а чтобы это как интересное, да, деликатесное блюдо было растянуто в долгий промежуток времени, чтобы люди могли принять участие в разных мероприятиях. На данный момент у нас уже, пока мы ведем работу в 2 недели, у нас уже зарегистрировалось порядка 4000 человек. Это прям точную цифру не скажу, потому что каждую минуту, каждый час какие-то люди дополнительно регистрируются. Вот на данный момент у нас больше 4000 человек зарегистрированных на участие в рекорде. Организаторы регулярно проводят тематические встречи, вовлекая в ряды участников все больше орловчан. Кстати, вступить в ряды волонтеров может каждый желающий. Есть ряд возрастных ограничений, возраст участника акции от 11 лет, причем с 11 до 14 лет обязательно участники в сопровождении родителей, с 14 до 18 лет по разрешению родителей и старше 18 свободное участие. Напомним, в прошлом году в нашем городе уже был установлен рекорд Гиннесса. 7 мая орловчане выстроились в форме звезды Героя Советского Союза. Тогда в масштабной акции приняли участие более 9 тысяч человек.